Всем привет! Меня зовут Александр. Я декор-мастер из города Каменское. Сегодня я хотел бы вам продемонстрировать принцип нанесения воска на декоративную штукатурку мармарин. Я буду воск наносить шпателем Наздир. Воск у меня будет полуматовый фирмы Fadel Deco Wash. Он заколерован у нас в оттенок E453. Это бежеватый тон. Итак, поехали. Итак, мармарин у нас выполнен в белом цвете, воск приколированный. Создан рельеф, подглянцовано. Теперь она гладненькая на ощупь. Нам теперь нужно заколированным воском сюда защитить. Я нашел некоторое количество на шпатлёчек и на сдир. Отмечу, что никакого резкого запаха нету. Работать удобно. Напомню, что работу нам необходимо производить от угла до угла на одной плоскости. За один заход. Немножко убираем излишки, может какие-то наплывы, подкрасываем. Воск сильно быстро не застывает, что дает возможность скорректировать некоторые нюансы. Так, перед вами финишный результат моей работы. Напомню, я работал материалами фирмы Fadel. На первом этапе у меня была грунтовочка Quarzgrund Strichputz. Рельеф создавал декоративной штукатуркой Antic Decor Mini. И все вскрывал воском Deco Wash в цвете E453. Декорирование происходило с половиной стены. Арочные откосы оконные прошли за батареей. Тоже декорирование произошло. Вся стена. Рельеф, как видите, хаотичный, закругленный. За счет того, что во время нанесения мармарин приглаживался, то на ощупь оно все гладенькое, приятное к телу. За счет наличия финишного покрытия, как воск, то покрытие не маркое. Спустя 3-4 недели можно смело мыть. Поверхность подвергается хорошему мытью. А также очень хорошая износостойчивость. Отмечу, что у хозяйки множество домашних животных, кошки, собаки, то здесь проблем не будет во время эксплуатации. Драть, как обои, данное покрытие им точно не захочется. Остальная стена была покрашена водонесенной краской в один из тонов этого декора. Покраску я выполнял краской Latex Optima в оттенке E451. Покраска в два слоя. Более чем достаточно. Эта стена все равно будет закрыта шкафом встроенным. Поэтому оставлять стенку нельзя было без покраски. В противном случае там мог бы завестись ремонт. А так краска защитит от этого.
Я всегда рекомендую декорировать помимо стенной поверхности также откосы, чтобы было правильное закругление, сочленение разных плоскостей. Оно лучше смотрится как законченный вариант. Так, если кому-то нравится, пожалуйста, ставьте лайки и обращайтесь. Всем пока!